Лекарство от всех видов рака может появиться в России уже через 3 года. В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства России завершаются доклинические испытания лекарства, которое сможет бороться со злокачественными опухолями даже на последних стадиях заболевания. Об этом сообщил заместитель директора института по научной работе Андрей Симбирцев. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия». По словам профессора, уже проведены опыты на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. То есть белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью. Новый препарат имеет в своей основе молекулу, которая синтезируется всеми видами клеток, благодаря чему лекарство будет действовать на все виды опухолей. Напомню, в конце декабря прошлого года глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в России испытали препарат от рака с точечным воздействием, показавший фантастический результат по борьбе с метастазами. По словам министра, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний нового лекарства. Сообщалось, что запускающий иммунную реакцию препарат эффективен при меланоме, раке легких, почек, мочевого пузыря, головы и шеи.